держите раньше 11 метров и бьете босса. Если видите, что подходит спелл, сейчас скажу, как называется даже. Тын-тын. Спелл называется «Электрическая буря». Раз в минуту кастуется. Разбегаетесь под мили-зону. Только смотрите, чтобы раньше не кастанулся статический сбой. Статический сбой раз в 11 секунд, а буря раз в 60. Бывает, что очень близко. Под конец бури, когда остается буквально секунда бури, вы разбегаетесь, чтобы сбоем вас всех не накрыло сверху. На этом все. Типа, пока люди бегут, можете отдать там массивы свои какие-нибудь. Ну, их дамажить будет, пока они добегают до мили-зоны. Если видите, что кастует в какого-то слоупока, который не успел добежать до босса, то есть он стоит в сторонке, на нем буря, и бежите к нему все. Надеюсь, это понятно. Это весь босс. То есть сбежались, набрали раньше. Сбежались, набрали раньше. Все. Твой, ты знаешь, что там за ДЦ считывать, кидать левитацию? Угу. Такие. Дальше. Налак, медведь. Наша задача... Вы держите рейндж, ну, РДД отходят, все остальные милики бьют, РДД бьют, хилы хилят. В конце, ну, самым дальним должен стоять лог и ловить типа рывки. Короче, как на морозе, самая последняя цель получает урон. Никто не трогает вот этого моба, ничего там не нажимает. Короче, стоите, держите рывки, будет две фазы медведя. Первая фаза — это человек, на человеке там почти ничего не дамажит. Вторая фаза — это медведь. Он превращается, дает почти сразу сало, и под салом 3 секунды вам надо прохилить. То есть надо прожать танку и потом его очень сильно прохиливать. Меня на наваре там раздирало по процентов 60 хп за секунду, если что. Вам надо будет прям заливать хп в него. Дальше. Ну, это все, короче, медведь, то есть фаза человека, фаза медведя, и чередуется. В человеке не бьет, медведи ебошат просто, нещадно. Это весь медведь. Дальше. А, на медведе два танка, вы должны стоять фрейм в фрейме, чтобы делить урон. Он там делится на два человека. Дальше. Потом мы бежим на рысь. Ваша задача не проебаться, не слоупочить и добежать нормально. Там убрали островок, на котором обычно стопались. Так что трэш, мы первый пробежим, умрем, снова пробежим. Когда будем добегать до комнаты рыси, обратите внимание, во-первых, там будет корявая лестница, она не вся работает, ну, там текстура лестницы корявая. Вам надо именно по необгрызанному куску пробежать, чтобы вы не застопались там. Вы забегаете в здание с боссом, и там будет два поворота. Первый поворот — это просто фейк, короче, тупик. Потом поворот в комнату с боссом. Вы забегаете в комнату с боссом и сразу направо. И там ложитесь. Надеюсь, этим понятно. Что происходит на рысе? Во-первых, два танка, которые делят клифф. Они выживают нормально, там ничего не дамажат. Дрога доставать там спелл, который снимает исступление. Не знаю, что у тебя там должно быть. Яд. Ну, значит, яд. Ну, потом. Я тебе скажу, когда мазать исступление. То есть не перед боссом, да, надо? Или отравляющий укол. У тебя есть такой спелл? Ну, это в мутике. Ну, наверное. Он во всех спектрах должен быть. Я помню, что на Кате точно был отравляющий укол, который снимался из ступени. Короче, дальше по спеллам. Босс кастит тотемы. Тотемы надо прям всем по-быстрому свичнуться. Потычки скинулись, убили тотем. Он отлетает, реально, вот каждой потычке он отлетел. Но он кастит молнии, там, по 15 тысяч урона в секунду, по-моему, каст. Супер быстрый прям. И хилы надо диспелить огненные шоки. Огненные шоки там прям тикают, что пизда.
Ну и смотрите по школам магии. Там природа, огонь в основном. Ну и все, больше ничего нет. Природа, огонь чисто. Ну и две перифазы, там, так и два танка, будет босс на 90-60% разваливаться на два моба. То есть один человек и другой рысь. Мы все лупим в рысь, кливать абсолютно бесполезно. То есть вы бьете только рысь. И потом он рысь доводите до лоу хп, а он снова по рейнджеру сбор и поехали по новой. И так будет три перифазы. Это все, весь босс. Босс умирает, готово. Три сундука. Боссы легкие, просто не слакайте, не отходите никуда, блядь. И давайте, если кому-то сейчас надо, отходите, там, посрите, пожрите, не знаю. Потом не было приколов. Давайте, отдаю перерыв 5 минут, потом если что, тактику обновлю на месте. Это мы трэш вначале будем маленько чистить или сразу будем всегда бежать? Трэш чистится вначале несколько мобов, там пачка. Потом пробегаем до этого, до кизола. Ну, короче, до площадки пробегаем, все одеваем тонко шмот и бежим до кизола. С друидов нету. Есть. Есть, только нет. Андрей друида мечтается. Понял. Короче, Скибиди Марухич, вы будете... Марухич будет спекаться в хила, как я скажу. Надо будет повесить орехи и быстрину на танков и, короче, съебываться вот сюда вот, где мы сейчас стоим, вот в эту сторону. То есть набафал, раскинул все и убежал. Просто волк и побежал. А вы будут на тебя агриться и, типа... Нас бить не будут хотя бы. Потом дадим шкаф, тебя присумоним. И все будет нормально. У нас же масс-рез есть, надеюсь? Есть. Ну, у всех есть. И у всех, вы без масс-реза ходили. Первый какой лучше, сапрот или ПДШ? Первый ДД. Везде ДД до этого. До огненного. С яйцами, да. Перерыв пошел, а то у меня таймеров что-то нет. Да. Три минуты. Ой, бля. Посадать за 3 минуты. Что таймеров нет? Сижу, думаю, на кого роли, блядь. На медведя что-то надо. Пароль на меня. Кольца, и то, блядь. Потом... Пухи на меня пароль, пухи. Что-то мистера Бонду я не думаю, что кольца надо без РПБ. Ему вообще не думаю, что кольца надо. Не, у меня кольца есть. Я знаю, что ж кольца никому не надо там. Я говорю, что они тоже типа вот там. То я заберу хотя бы, я не прочь. Не, ну я бы взял, наверное, кольцо. Все-таки, наверное, оно лучше, чем 245-е Толгородовское. Ну, сотрясал. Я думаю, что скарапну все равно. Я-то без РПБ же сейчас. Я же не забит в РПБ. Вот. У меня перекап даже. Ты нашел там этот отравляющий укол или нет? Не, ну я знаю, да. Я просто не помню там, этот, когда это надо. Он там в этот выступление, да, в когда-то входит? Да, там буквально на несколько секунд, но там надо на реакции его, смотри. Вот это вот херня, оно выступление. 6 секунд действует, но скорость атаки на 100% апает. Там боль. Ну ты скажи во время боя. Ну, мне просто перед этим яд надо намазать, ну то есть я намажу яд. Типа я не смогу тянуть, там 6 секунд и не до того будет. Надо самому смотреть, когда у него бар будет. А
Ладно, разберемся. Просто я до этого никогда не снимал. Я что-то не помню, а у нас кто-то снимал выступление или нет, находчик? Не помню. Это мы ходили. Не-не, когда я вот недавно ходил, вот, Войд, ты тут? Стоп, да, мне еще ханты могут снимать и вроде друиды. Нет. Ну там это у Кирилла надо спрашивать. А, он на роге же был, да. Ну, бля, это прохиливается, но лучше снять. Типа... Там даже этот, я даже без укола могу снять, у меня же яд. Ну просто с уколом он 100% снимет. Ну, стреса. Да, я буду стараться смотреть. Просто до этого никто не говорил даже об этом. Ходил там на X3, на X2. Чё там по таймеру? 7 секунд. Окей. Короче, чек дам, придут, подтвердят. Все тут, окей. Еще раз, сейчас мы выбегаем, слева вот тут становимся, и по левой стороне забегаем за первый поворот. Там собираете трэш в дикий спектр танков. Соберешь. Можешь просто что на кошмот одеть и стойку поменять, чтобы забрать просто мобов и тебя не убил. Так. Есть у кого-то каска на 8? Да, есть. Раздавай каску на 8, я раскину кулаки и МП5. Бля, я ЗСД забыл. Да, я купил, я дам всем. Так, что там, ДД фласки выпили, обмазались. Сейчас полетим. Постучите в барабанчик со мной. Все, думаю, хватит. Сейчас по левому краю. Мелкие мобы похую, главное заберите двух больших, которые будут реально лупить. Я поставлю метку на одного, второго придется самим выбрать. Короче, Андрей и Фадикея, вот тут вот сейчас прямо перед нами будет один моб, и один будет с другой стороны вот тут. Задача скинуть ЛПшки по ним и потом бежать за нами. И не умереть от них. А Андрей, которого фолок, вниз беги и сразу собирай там снизу пачки. Мне же пока в Леме, да, сидеть? Ты пока, да, в Леме. Я скажу, когда респект отсесишь. Что, получи до сих пор? Тебе еще банку со спидами дать, чтобы так бить. Готовьте, сейчас побежим.
Путики забирай, Дрюха, вот этих мелких. Черепок поставил, его важно забрать, и звездочку важно забрать. Звездочку заберите, пожалуйста. Двухминутки отдайте, убейте. Для Бладрейвена твоя задача не умереть вообще, когда бегаешь. То есть ты бежишь где-то в середине, не в конце, не в начале, а в середине пачки. Чтобы, ну, после танка, короче. Чтобы на тебя не сагрились, и ты точно добежал. За печенкой аккуратно, сейчас будет справа бродячий моб по стеночке. Тут стали, Марухи, чекайся в рестора. Фадикей еще в танкошмоте до сих пор остаешься. Да. Фадикей поставил черепок. Где там Андрюха уфолог? Там на щиты агрится будет трэш, нет? Да. На уфолога кидает скибиди щит и быстрину. На Фадике кидает Марухич. Еще ты быстрее. Мне с вами бежать. Кто? Марухич. Нет, ты играешь с Женей. Булдрейвен, дай по себе СС. Шасели по маунтам. Готовьте бежать. Обновляйте быстрины. 3, 2, 1. Побежали. Бежали, Андрюх, побежали. Вперед, направо. А блядь, ты первый, у меня же брони нету, дурачок. Скибиди, ты не с нами бежишь. Бладрейвен. Тадике дал диван. Умирайте. Ну там Бладрейвена можно резать, он на ступеньках лежит, на средней. Ну типа на вторых посередине там. Мистер Бонтумури, не снимай пока диван. Бладрейвен, вставай ССом и попробуй чуть пробежать к нам. Все, умирай. Снимай диван. Давай масрез. Все, до кого масрез не достанет, нажимают выйти из тела и заходят в инст. Блять, а рыба есть? Марсес, ебани не столик. Дай шкаф быстрее. Шкаф. У меня обратно в Лема, да? Да, сумони Марухича, уфолога и скибиди надо сумануть. Марухича сумоню. Фадикей тоже в ДД спикаешься. Я уже в ДД. Хавайте быстрее, там ставь рыбу, потому что у меня будет коса. Быстрее садитесь. У меня чудо будет. Шаманы. Пусть будет Женя с Кибити, поставишь, что там навесить природу прямо под босса. Ваша задача набрать рейндж и стоять так, чтобы вас могли хилить хилы. Босс держится в центре, просто бьете босса, когда, говорю, сбегаетесь. Каски обнови, поэти дырявые. Готовность на пул. Все готово. 3, 2, 1. Пуляй. Дали Геру.
Не стойте близко друг к другу. Воет чуть назад. Нас одевает. Все в порядке. Надеюсь, таймер бури все видят сами, чтобы сбегаться в Мелизон. Пятнадцать секунд до бури. Ждите пока. Не двигай босса, пожалуйста. Я не двигал его ни разу. Сбежались. Вот сейчас сбежались все Мелизоны быстрее. Хорошо. Я скажу, когда разбегаться, только сразу. И разбежались. Разбежались, разбежались. Хорошо. Начинают сорвы, сейчас будет больше бить. Может, бомжай? Да не спасать. А, ну, кастань, если будут троны, похуй. Это Войт по контролю, там Джипси, я до него не застаю и до Марсеса. Значит, хуёво стоять. Сбежались быстрее Мелизона. Дал нас сейф. И разбежались, разбежались. Андрюх, тебе не надо убегать. У меня два стака, вообще не дамажит. Так они дамажат, когда я в третий раз летит именно в себя. Ну или две искры достал, короче, то. Бой. Сбежались. Не, стойте. Вот теперь сбежались. Там таймер один в один. И ушли. Я оставляю группу, чтобы быстрее вытать босса. Так что отказывайтесь просто. По джипси сам себе ману рейснич. Женя, скибите, обновляешь монощит, то что будет. Сбежались к человеку, к джипси быстрее. А куда он, черепок? Вышли. Раньше набрали. Все, так оставляй. 10 секунд до бури, готовьтесь. Сейчас будет один заряд, и потом буря. Сбежались. У меня. Баблонуть даже не могу. Разбежались.
Марусич уже прилетает. На сову, так на сову. Я первый раз прилетел. Ну, блядь, ты мне кольцо не отдашь силовое. Один хуй. Будешь там это, говорит, воруй у тебя. Ну, тебе надо. Ну, что такое же ты агильное. Не, агильное. Давайте дальше. Дальше идите умирайте. Отказывайтесь от лута, идите умирайте. Быстро забежали в трэш и умерли. Я на дробяшку кубик нажал. Я забрал все равно. Главное, чтобы быстрее и все. Кто там не отказался? Отказывайтесь вещи, ну, блядь. Блядь, на ком-то бой. Спасибо, на тебе бой. Выйдите с инста, выйдите. А вроде нету, да? Все в порядок. Заходим, мы инстрессуемся. Быстрее. По дороге бафы скидываем. Раскидал. Себя... Танковское кольцо никому не надо, блядь. А ДДшные мне хуй дадут. У себя черепок кинул, за черепком поехали. Не надо в танк, ну типа, пока одевать. Нет. Скажешь, короче. Ну сейчас Blood Raven должен стоять самым крайним человеком, то есть самым дальним от босса. Остальные между Мелизоной и Blood Raven. Здесь понятно. Мистер Бонд? Да, иду. Блять, я умру, стойте, я умру, не идите за мной. Все, ресните меня. Рано что, не согрелись? А, мама, не достаточно. Сейчас будем пробегать, готовьтесь. Дайте бафы на хп, если что есть, каски там бафни. Так, сейчас наша задача. Бодрея в НСС есть? Нету. Окей. Тогда наша задача — это засейвить меня на кнопку. Че? Шмот одевать? Надо, чтобы шаман... Да, шмот одеваешь. Шаманы, делайте то же самое, только убегаете вон туда, на лестницу. Че, метку даже кину. Вы накидываете ход и бежите вот туда на лестницу, и там по лестнице в ту сторону, короче, от трэша. Фадикей, ты первый бежишь, Андрюха. Хорошо. Фадикей, С3. Сейчас тебе, может, даже марки кину, добежать. А, я помню, ну, короче, вот прямо и налево потом. Да. Я помню, куда. Окей. Короче, бетонность. Шаманам можно бежать. Шаманы бегут вот туда, в крест, и по лестнице направо туда дальше. Накидайте марухички в хиле сейчас? Нет. Бекайся. Ману резать много не обязательно, чуть-чуть есть, не чтобы две ходки кинуть. Короче, Марухич на Федикея, Скибиди на Уфолога. Скибиди тоже убегаешь в ту сторону. Ваня, попался, я пробегу сейчас прямо тут, не прямо убежать, или я не вижу, где подняться? Нет, вот туда. Вот, вот здесь бежишь, вот. Блин, а, все, вот, вижу. Да, да, вижу, сюда. А ему перед тем, как на коня садиться, надо не зыбку прожать? Да, короче, смотрите, вы до того, как сесть на коня, жмете незыбку, кровь, там всю хуйню, и потом садитесь на коня и побежите. Именно в такой порядке. Здесь понятно. Еще раз готовность. Вы уже 3 минуты поймали, блядь. Счет. 3, 2, нажали незыбку, всю хуйню. Да, Фадикей? У меня нету урон, чтобы нажимать. Окей, 3, 2, 1, полетели. Налево. По краю, по правой стороне. Нахуй ты топорочку трогаешь, блядь. Кого вы боитесь больше? Стражники. Ну, тут немного бежал, заебись. Blood Raven пробежал? Да, пробежал. Дал диван по Blood Raven. Умирайте. Все быстро умерли. Шаманы тоже умерли. Зашли в любой трэш, умерли.
Подожди, пока трэш идет. Да, я встану. Все. Посмотришь? Давай, мастерис. Шкаф же есть? Потом. Шкаф есть. Стой, стой. Марухи сейчас кибеди и фадике надо будет присуманить, наверное. Шкаф есть. Я его поставил там, короче, рядом с огнем. Фадике я суманил. А, я тут в танке еще, да? Да, ты в танке. Смешбекай. Первый танк. Марухич в ДД. Ты видишь, а, ты Марухич. Андрей танчит форму человека, Фадикей... Нет, Фадикей форму человека, Андрей форму медведя. Да, именно так. Каски скинь. Фадикей, то есть первый, да, будет? Да. Сон, здесь бафы есть, смотрите, целители, вот этих надо быстро поубивать, держите агро медведей. Пуля от целителя. Аккуратно, медведи кливают перед собой. Целитель. Сейчас будут еще тотемы. Тотемы тоже надо убить. Забейте чего, пожалуйста. Но у меня танк ДД, он ее примораживает, он до меня не доходит, я не могу его убить. Понимаешь, разрушился. Я забрал, я забрал. Есть. Ты ж не один, блядь, танк. Тотем. Все. Второго черепок поставил, велики очень аккуратно. Чтобы крик не ставить, ясно. Фадикей, отведи этого дурака от медведя чуть к нам. Все, там тотем от ДД, хорошо. У меня станк КД, если что. Таргетно по вот этому медведю играем. Таргетно. Там на 50 вроде, да? Не-не-не, на 50. Там ближе 20. К концу где-то. На скольки? 20-25% где-то так, точно не помню. Ну окей, давай посмотрим. Сейчас приморозка была. Да, встал. Встал. Да, пошла. Так там визиберсез точно вызывает. Еще стану, если у кого-то будет. У меня откодешился стан. Что сам дальше? Добивайте сразу резать. Диминишн, диминишн. Кто-то нам перед этим надавал самому. Еще одна убьем. Пуня страдает и все, блин. Сразу забафайте, да. По бонду дайте ребаф сразу. Прям сейчас и каску там обновим. Готовность на пол, отрезайте всю ману, кого не хватает там. Короче, я за пулю, а ты заберешь сейчас. Да. Давайте, 3, 2, 1, летели. Дай ЛПХи. Дали Геру. Дал Сирию. Только не забудь при смене формы не дамаж, чтобы тебя огромный слетел обратно. Самый дальний Бодрейвен должен стоять. Остальные чуть вперед пройдите. Андрюха, ну повтори. Говорю, когда смене формы не дамаж ЛПшками, нахуй. А, окей, окей. Все, не бьем. Сейчас прохил надо у Фолага очень сильно.
И упритесь в стенку, блядь. Забрал. Остров рубал. Вдруг они бьют? Не бью я, а в косы. Это на пол, наверное. Да. Что с форма тролля будет? Вон, слабеет. Я думаю, у него мак выспит. Бон, пизда мистерии. На медведя. Чё ты там хотел сказать, а? Хотели разбудить во мне зверя? Вам готов. Можно не надо? Там нас сокрыл под форму медведь. Если что, здесь смотреть у меня. Да, и незыбку прям сейчас. Дал. Сейчас Т4 она или без? Конечно. Ага. А, все. Да, не показала просто баф. Ебать. Угу. Ты представляешь, что там с товаром происходило? Да заебись там все. Yep. Прожиматься просто и все. Оказывается. Не стрелка. Лол. Все, ебалом в пол согрели трэш. Раньше не заходите в инст. Ждите, пока все умрут, потом. Все, вышли из тела, зашли в инст. Так, я в ДД. Ты в танке. Танке. В танке вот этого и еще одного босса надо будет.
Короче, напоминаю, сейчас надо будет два раза пробегать. Первый раз пробежим с диваном, просто разрезаемся. Я дам диван в кого-нибудь, кто может резать. Сейчас. Марухич. Похуй, не спекай, Сихио. Побежали с черепком. Аккуратно, справа стоит два моба. Андрюх, тут пройти вроде можешь. Смотрите, мы побежим вон в ту сторону. В сторону синей метки. Только направо. Туда правее. Чё, скину. Где ты, Андрюх, там? Да я тут, а тут я. Забирай. Дайте бафы на ХП. Все то же самое. Скибиди, твоя задача на фадике, честно, кидать орехи и кинуть быстрину. После этого мы все бежим. Я даю диван на какого-то шипа или хила. Готовность, чтобы пробегать. Нажмешь зелье свободы действий, фадике тоже сейчас. Нету, нету, да. Сначала зелье свободы действий, потом бежишь. Главное забежать в воду и туда в воде, там чуть дальше умереть. Давай быстрее, да. Я нажал. Мне давай, три, два, нажал, сел на маунта, побежал. Побежали остальные, похуй на него. Андрюха первый. Дальше, направо. На островке? Марухича не вижу. Сразу. Войт, подойди ко мне, Войт. А, сейчас диван там, Марухич. Все, диван дал. Умирайте. Сколько шкаф, когда? Да не должно быть шкафа. Сколько он, когда, просто интересно? Две минуты. А, окей. Дай, сейчас снимай, давай мы срез. А нет, просто таргетный рез, таргетный. Бодрейвена таргетно и еще ну, кого-нибудь. Всех рез, короче, рез. Мы срез не тратим. Сейчас шкаф поставишь, досумоним. Две минуты, если что, будем ждать. Времени горло хватит. На диване еще 9 минут. Ну, как оно? У нас 2 ДД слабых, вот так оно. Это я. Не ты один. Кто-то в шмотке спиздил. Я все отказался, мне нихуя нет. Я пояс, огнестрелку. Бонд. Ничего. Я не знаю, для кого я говорил, что отказываю. А, вообще отказываться? Я думал, по спеку роль. Нет, отказываться. Туфолога суммонит, суммоните скибиди. У тебя зелье свободы откатилось? Или нет еще? Да, у меня да. Хорошо, скидывайте бафы, все то же самое, скинь там этот херобору. Дай хождение по воде, у меня нет маунта. Да, дал, не дал. Со мной, только не дальше меня. Аккуратно. Все, тут встали. Короче, наша задача прямо и налево. Все, бафы на ХП есть. Марухич тоже в хила спекайся. Угу. Марухич по уфологу, скибиди по фадике накидывает все. СС кидаешь по себе, Бодрейвен. Не забудьте, там лестница по левой стороне бегите, потому что она поломная, нахуй.
Я готов пить. Все готово. Сейчас чек кину на всякий случай. Все готово. Приготовились, нажимаете сейвы, можете даже захват нажать и незыбку. 3, 2, 1, полетели. Прямо и налево. Все за Фадикеем. За Фадикеем. Чтобы он все пособирал, блядь. Еще левее. Налево. И сейчас направо. Аккуратно, лестница корявая. По левой? Да. Бладрейвен, забегай туда. И направо. Успел забежать? Да, успел. Хорошо, все, вставай, Бладрейвен. Перейдь нас. Не согрей в центр. Аккуратно по стенке, массрез сразу касть. Еще раз по боссу. Вы ставите тотем-резист природы. Ваша задача – быстро убивать тотемы. Прям супер быстро. И бить рысь, когда она появляется. Танки рысь надо очень быстро забирать. И прожиматься под большой размах. Там он один много бьет. Там по ДЦ что-то надо диспелить, нет? Я не помню. По ДЦ надо диспелить огненный шелк. Очень быстро тоже. Ага. Короче, фулл щита, держишь и диспалишь, чтоб все, ты не хочешь что-либо делать больше. Сумонти Марухич, если беди Марухич Велема. Я на киске. Ты, если что видишь, держишь. Они будут скидывать игры. Нет. Ну, не на боссе, я имею в виду. Или как? Ты начинаешь босса, у тебя игру больше набора, как тогда. Скибиди досумониваем. Напуливать в мишку или в ДК лучше? Жень тут? В ДК напулить. Жень, диалог вместе, тебя нельзя сумануть больше, если у тебя не висит. Женя. Все, он тут. Дайте бафы по скибиди и поехали. Пожарите там рыбу, кто не жрал. Не забудьте резист огня еще тыкнуть. Резист огня я поставлю, забей. Ты лучше броню нам оставил бы с танком. Короче, ваша задача вот сюда вот, босс. Именно вот тут вот. И с танками вот тут, где так, я стою. Это... Лёх, стоп, меня выкинуло. Сука. Вань, пусть Марвел считает от МЦНД, я поставлю себе резист, а ты ставь другой там ауру. Ну, я на огонь ставлю. Я поставлю на огонь. А, ну окей, броню тогда. А Марущий поставит там все другое, все, что надо. Дикей, давай быстрее, блядь, 11 минут. Да. Черный экран. Охуенно. Ну что, я на альтабе нажал и... Сейчас. Захожу. В чем фишка все оставить боссу, мне просто интересно. Его нельзя рядом с текстами ставить, он багается. Ну, бля, тут убивали. Ну, можешь поставить вот сюда, но я не уверен, когда это убьем. Не туда, просто, ну ладно, короче. Готовность. Вот просто доведите его вот сюда и поверните вот так. Окей? Все готово. 3, 2, 1, поехал. Ты бегаешь прямо в Андрея. Ебать, всегда. Твой, блядь. Все, встали, повернули, бьем. Я хуй, как тут рысь. О, снялся Андрейч, отлично. О, отлично снимается. Прохил, сейчас будет развалочка. Тотем. Диспел Марсеза. Дайте Геру. Короче, нет. Забей. Это просто баганный босс. Где кот? Кота нету. Не будет кота. Короче, в прошлый раз кота тоже не было. Фадикей, диспел.
дай сказать. Блять, не будет. Прямо. Он будет только на последних перефазах. Надо бить сейчас только этого. Раз то же самое было, но я думал, если тикстоп, это тотем. Тотем. Он забагал. Его не ударил. Ладно, он пока не бьется. Да не там он тебе поставь, сам меня, блядь. Что ты, блядь, делаешь, нахуй? Тотем в текстурах стоит, ёбаный в рот, алё. Ну не можешь его убить. Он новый призовёт, тот исчезнет, по-моему, да? Не, он будет стоять до конца, походу. По-моему, тот исчезать должен. Прохил. Все в рысь. Тотем. Рыть заберите. Пауешить бесполезно, не надо, не цепных молний, ничего. Таргет на брысь играйте. У них КП все равно восстанавливается, когда убиваешь одного из двух. Все, будет еще одна перефаза с рысью. И все. ГТП из баунд. И нажимай, нажимай, нажимай. Это ебанутый. 25% для заберите рысь. Правильно, то, что в атласе написано на 36-90-90. Диспал джипси. Дал стрим. Ходите. Я понимаю, этот тем отлетает. Ну, неплохо прям. Просто сечется быстро. Ворощ, а где твой тотем гнева на Селема? Я его не вижу вообще. Демон. А, демон есть. Все вы по КДС отдавайте на танку. Просто отказывайтесь от шмотки. Да зачем его ебануло? Подъебал. Да, он кливает, видел. Забежал. Я тотем забежал, блять, ударить. Ну, чарка топовая, я заберу. Не заберешь. Почему? Что ролить будем? А-а-а. Столько. Топовое кольцо, по-моему, да? Так, мистер Бон, давай тут мен шмот кидай. Ну, четвертый сундук, я так понял, но четвертый без шансов. Это мы сейчас подохнем, да? Да, можете идти умирать уже. А, это замалайз. Давайте ебалом в пол. И начинается самое веселое. Да он и есть. Это тоже в танке. Тут ты тоже в танке. После этого можешь спектаться. Давай я на боссе буду, да, окей? Ну так и будет. Ну все, отлично. Я ебал водить там кого-то там. Джипса поставлю на входе. Тебе убить. Есть джипса кого? Да, поставлю на входе. Где это, ворота. Все, можете расслабить пердак, мы уже все, что надо, сделали.
Я его не напрягал. Я просто некоторые моменты, когда мы стояли, тупили, блядь, как бараны нахуй. Вот это да, а так плохо вообще. Лучше постоять минутку, чем потом не добежать себе, умереть, это Виктор чуть не поймет. Ну я ж ничего не оспаривал. Я говорю, что просто подгорял, перда. Чинитесь там, поехали. Я говорю, я рот ебал, короче, пробегать дважды, мы будем бить трэш сейчас.